среду в Самарской области облачно, местами осадки плюс 17 днем, ночью 12 выше нуля. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Сызрани ясно. В дневное время плюс 18, ночью плюс 8. Ветер северо-западный 6-9 метров в секунду. В Тольятти переменная облачность. Днем плюс 17, ночью плюс 11 градусов. Северо-западный ветер 5-8 метров в секунду. В Самаре переменная облачность. Днем плюс 16, ночью 11 с плюсом. Ветер северный 7-9 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 57%. Температура воды в реке Волга плюс 19 градусов. Геомагнитная обстановка, небольшие возмущения.